строим самолеты, ракеты, корабли. Мы запускаем небо, вертолеты. Мы держим под контролем все, что мчится по земле. И каждую неделю ждем полеты. Дотронуться до неба нас опять душа зовет. И ветер дует вновь неумолимый. Но главное не это, важно, чтобы самолет совершил посадку цел и невредимый. На старте проверяем все контакты и узлы. Все мелочи важны без исключения. Как сердце слышим, прыгает, колотится в груди. И выскочить готово от волнения. Но держим пульт уверенно, готовимся на взлет. И путь назад ничем не обратимый. Но главное не это, важно, чтобы самолет совершил посадку цел и невредимый. Бочку или ман поможет отработать симулятор. Хотим мы, чтоб в полете не потерян был сигнал, и чтоб держал заряд аккумулятор. Плывет по небу лайнер, совершая свой полет, стремительный, могучий и красивый. Но главное не это, важно, чтобы самолет совершил посадку цел и невредимый. Но главное не это, важно, чтобы самолет совершил посадку цел и невредимый. У меня номер вот кровь. На убавище не было. Дима, есть ли? Трындит.
сложновато, было бы сложно. Владимир Александрович, вас куда-нибудь брызнуть на шею, сзади, на эти уши, лицо, нос, рот? Будет больно, больно от этого, что... Не собирайтесь, соответственно, там, инструкцию. Четыре там, компонента. Итак, дорогие друзья, сегодня мы открываем наш фестиваль. Огромное большое спасибо вам всем за то, что вы приехали. Я рад вас всех видеть. Я просто вас сейчас очень-очень уважаю. Многих даже люблю. Настоящий любой, мужской. За тот труд, за то, чем вы занимаетесь. Пускай зрители, которые сюда пришли, сегодня оценят эту. Ваш труд, ваш талант. И вашу любовь к этому виду спорта. Дорогие друзья, зрители, я вас очень прошу после каждой посадки самолета поддержать наших участников бурными аплодисментами, потому что посадка на самом деле это самый сложный элемент. Артуша, Дмитрий, вы готовы? Это самолет во время Второй мировой войны. Японское производство. Мотель являлся его первой копии оснащена механизацией близких настоящих кардиналов, которые собираются в точке шасси, как сейчас так некий продемонстрировал, подвешивается на льда бомбы, сбрасываются топливные баки, убираются предкрылки, закрылки. Он воевался британцами. Модель находится на восходящей глиссаде.
Спасибо, красивый конец. Дэвис Керман, это спортивный биплан. Внимание, старт. Каждый секунду нахождения в воздухе 1 очко, будет длиться 5 минут. Не отсосеть 10 минут. Желательно не больше и не меньше. Готовы? Окей. Бойцы радио готовы. Штопорная.
вон туда, в угол. Вот бери самолет, а я возьму все остальное. Старт, более назад. Он из Эстонии, и он был участником первым участником в нашем фестивале, который проходил в прошлом году. Он был победителем. На старте находится Немцов Николай, Семенов Сергей. Набор полукопий.
спасибо. На старте Югаев Вячеслав. На старте. Приятно посмотреть. Улетел, но обещал вернуться. Полетел забирать его, что ли? В контровом свете. Там 120-й мотор стоит.
Арабатик. Такие самолеты, которые сделаны очень красиво, аккуратно. Они очень легкие. Продакт плейсмент. Сейчас. Вырвал кусочки. Вот с умным видом. Потихонечку сбрасывай, куда пошел. Заход сделай нормально, давай. Вот так разворачивай. И тихонечко, чтобы он перед тобой коснулся. Все, да. Давай. Вот так. Во, сажай. Сажай. Все, скажешь. Давай, давай, давай. Немножко, правда, не очень. Спички поднеси к этой сразу, Мих. Напоминаю, на старте находится пилот Павел. Показательный полет в тумане. И света фонариками. Одна упала, шутят. Да, да.
Ну, Лев, нам все? А, в хотел, да. Модель в воздухе, это модель Fokker T7. Нация петля. Бочки вертикали, нисходящие бочки. Такое, естественно, оригиналу было недоступно в те времена. А это ручные справляются. Но внесение на такой модели – это уникальная вещь. И сейчас наверняка будет исполнен Блендер. Вращение, переход в обратный полет. Филигранное мастерство пилота. Как раз ведерок подстиг, и фигура будет получаться намного ровнее и красивее. Модель продолжает идти в перевернутом полете. Плавный, красивый набор высоты, вращение с фиксациями и изящный пируэт вверху. Штопор? Отлично! Аплодисменты пилоту! Дорогие друзья, дорогие участники, хочу вас попросить огромное аплодисменты пилоту за полет. И еще, сегодня на нашем фестивале участвовал на секунд Булат. Он летал на своем прекрасном, стоящем, большом самолете, пилотажном.
он сейчас уезжает домой, в Москву. А большие аплодисменты, дорогие участники, поприветствуем нашего коллегу, нашего друга. Спасибо вам большое! Безусловно, я хочу поблагодарить всех участников и организаторов соревнований. Большое спасибо, очень было приятно их пообщаться, полетать, поделиться опытом, как говорится. Всех благ, мягких посадок и хорошей погоды. Нормально доехать! Давай, Булат, чтобы тебе все хорошо. Булат, я надеюсь, что ты всегда будешь с нами. Может, туда, в ту сторону лучше. Ну, Изик чем хорош, он сам летает. Да. Ну, честно говоря, видимость оставляет желать. Что-то оно как-то то ли двоится. Вы
включаешь отсюда, да? А? Оттуда включаешь? Нет. Держи в руке. Если хочешь, подержи в руке. Да. Слушай, я подумал, что у нас палатку при входе поставлю, да? А где здесь газ? Там, кстати, вперед. А это башня слева? Да, это ворот, это вверх-вниз, а вот это... Наверное. А это уже, наверное, не показывает, или вообще не показывает, что будет, да? Ну, так не... А? Не могу сказать. Завтра розыгрыш кубка. Я перепишу фотографии. Не фотографии, видео. Иди к ёжику. Чё, там самолет, туда не надо. В смысле? Самонаводящийся? Самонаводящийся? Вот надо где было летать-то! Паха, к дятлам! Надо их приделать в ночных полетах! Да, и подведите его тоже с хвоста. Давай к дятлам слетаем, Пах. Давай к дятлам. К дятлам, Паха, к дятлам. Вы это видео потом Человек с зеленым. А дверь будет открыта? Ну потом откроем, наверное. Кто здесь? Ты что? Выключи фонарь секунду. Ты что такое? Я его хотел еще лазером подключить. Я летаю. Акробатический пилот на этаж. Попробуем вас в свете самолета, прям стоящих и смотрящих пилотов. Батарейка.
Стоп. Вот теперь хорош. Шикарно. Да. Есть. Ух ты, как далеко. Поехали? Ага. Зато эту посадку просвечиваю. Артём, посадку. Ива. Нет. А, это вообще так не будет. Thank you.
Молодец. Самолет находится в непосредственной близости к земле, к пилоту. На больших углах атаки, большая нагрузка на моторы. Вот сейчас фигура зависания, силовая блочка. Тоже одна из самых сложных фигур в 3D-пилотаже. Перевернутый карьер. И посадка. Это посадка, чего таки не попадешь, была тоже у нас. Ай-яй-яй-яй, катачил меня. Ну ничего, походим. На станции находится Илья Вячеслав, город Москва. Это реактивный самолет. На нем выполнять такие фигуры очень сложно. Красногорск. Следующим пойдет Смирнов Владимир, также город Красногорск. Исходящий из тела.
Пользуясь случаем, хочу передать привет там папе, маме, да, еще кому-нибудь. Вот так вот надо сделать. Мы здесь, а вы там. У вас взлет, восьмерка, Емельман, одна петля, бочка, касание земли и заход на посадку. Сергей, вы Yeah.
и управлять их топом. Очень сложная фигура, но модель такой конфигурации. Выгоним боится, молодец, сыпи, молодец. Выполняйте заход на посадку.